Бакинская, 19, 8 июня 2017 год. Контейнерная площадка. Значит, в хорошем состоянии, но на контейнерах не написаны, кто обслуживает площадку. Контейнерная площадка около дом Бакинская 21. В хорошем состоянии, контейнеры подписаны. Вывоз мусора осуществляет ПЖРТ Кубинский. Для Кубинский ПЖРТ. Значит, ну это дворник только сложил. Плюс покос травы, медицинская 1, дворники ЖЭО номер 3, плюс контейнерная площадка Бакинская 24. Вывоз мусора осуществляет ООО Курский ПЖРТ. Бакинская 24, перевернутая урна. А, контейнерная площадка Бакинская 26А. Контейнеры подписаны. Площадка как таковой. Есть ограждение, на площадке нет. Бакинская 28А, 5 подъезд, ремонт канализации. Дальше тоже будет, да? Так, это ограждение, это сегодня закопаете? Если не закопаете, знаете, надо освещение, ограждение, все как положено, да? Спасибо вам. Здесь посадка деревьев, скорее всего. Или, хотя нет. Тоже канализация. Бакинская, дом 28А. Замена канализации. Здравствуйте. Бакинская 32А, опиловка старых деревьев. ЖЭО номер 3 работает. Вот так работает старший по двору. Снимаем работу вашу.
Здрасте. Заявки, все. Вот это вам благодаря. Так. Вот видите дерево, вот это вот, да? Лежит на газовой трубе. Да ну оно не... Нет. Поближе подойдите, на газовой трубе. Ну, пойдемте. Но дело в том, что это не входит на территорию НИДЛ, ЖЭУ, да? Это администрация. Да, администрация. Но это опять-таки администрация, это, да, скорее всего, надо в газовую. Звонила. Газовикам. И что они сказали? Они сказали, это администрация. Ну, мы вот делали деревья, говорит, не пилим. Сейчас только вот звонила. Сейчас еще пойдем. Вот с той стороны у нас, вот труба проходит. Ага. Ну, это газ, там такая, тепловая или... Ага. У нас это самое, господи, конопля растет. Прошлый год ходили в администрацию. Это где, где? Сюда. Ну вот прям дом кончается и проходит труба. Ну. И прям под ней конопля. Да и там даже... не конопля, там же порубили все, я извини, попросил. Извини меня, конопля. И вот даже соседка с первого этажа под окном ходила, дергала. Я сказала, оставь коноплю, не дергай. Покажи, правильно, так сказать, что действительно конопля. Ну, сейчас мы ее она снимем. Не стала, это самое. А здесь все делают. Вон, говорю, не надо это лишнее. Ну, ну разрешили, хрен с ним, пускай сами делают. Я сказала, отвечай, разрешивай. Прошлый год раз не доделали. Угу. И вот сейчас делают все. Ну, ну ничего, Богу, молодцы. Вот так да вот. Ничего. Это работа старшего по дому. Когда мы вас будем переизбирать, утверждать? Не, на будущий год. Нет, надо задачи так, во вторник. Мне 20-го какое-то самое. Значит, смотрите. Кардиоцентр, 23-го будут решать, что со мной делать. А так воскресенье? Я не могу, не могу. Ой, воскресенье, во вторник. Нет, ну а ну, я что? Нет, я сегодня весь день. Ну, ты посмотри, нет, Дим, я сегодня весь день здесь сижу, а мне надо холодильник размораживать. Нина Николаевна, ну вот у меня старшего выбрали, он вчера весь день бегал. Не, ну я куда не могу. Куда нам деваться-то? Ага. Во вторник давайте собрание проведем. От того, что в следующий, да, надо дожить. Значит, пока запланируем. Надо дожить, но никто не придет. Нина Николаевна, вы, я и мы что, делаем, кандидат мы ходим, я хожу придет по подъездам. У нас так, значит, по подъездам, значит, выбираем вот старших. Юрий. Нет, вот я говорю, мы собираем, никто не выйдет. Мы собираем старших, выбираем старшего по подъезду, так, а потом старший по подъезду, ага, выбирает уже председателя. Вот так у нас. Вот так, так и сделаем. Понимаете, потому что собрать невозможно. Вчера этот вон, первым у нас есть там на пятом, ага, этаже, я не знаю, какой фамилия. О, он где-то в управляющем компании, понимаете? Работает, да? Да. Вчера выступал, там не там, вот машина у него веревка-то была. А, ну, а ну, это ну, ты, значит, я говорю. Я с ним вообще, Сазонов? Да, я не знаю, мне же на фамилии сказал. Он уже перестал это, он да, там убрал, ее убрал. Да, и вчера мне выступал. Ну, я говорю, что ты выступаешь? Я могу, говорю, ничего ты не можешь. Не можешь. Разрешение, говорю, со всего дома подпись собери, потом. Нет, даже и подписи эти не дадут ничего. Нет, ну я ему просто даже сказал, собери ну, подпись сначала. Ага. А ты ничего не делаешь с дорогой. Кстати, сегодня письмо получила. Что от райисполкома. Что сказали? Что по запросу вот Меркушкина там все, ага, такое. Ага. Вот вода и дорога, значит. Вода, я выставил человека. Не приходил он к вам? Ну, так вы ну, не стали СУТЭК общаться? Ну, нет, ну я... А, СУТЭК. Ну, извините, ну зачем? Вот если не поискать, у меня есть прошлый запрос Меркушкина. Он, ага, присылал все, значит. Они прислали жалобу на СУТЭК, СУТЭК ответил. Вода соответствует ГОСТу. Что еще надо? И сейчас он пришел с СУТЭКа. А... Я вам сказала, комсомолка, угу, да? Да, я и там помню. Надо посмотреть просто, уж больше некуда. Я ну, думаю, комсомолка, вражеская газета, нет, они не тоже не надо, могут. Там этот самый, как его, я поняла, это проверяла, который на, господи, там, на МЭТ, как делается-то. Ну, где? Роспотребнадзор все, ага, проверяет. Вот это. Эх, ну, вот так вот. Вот я им башку неаккуратно сказала, они, да, не трожьте. Сказала, ну, вы знаете, если есть возможность, пусть, ну, они уж... Я хочу сказать, они проверяли, понимаете, по соответствии с Санпиной. А вы куда писали район по поводу вот этих деревьев? В ЖЭО? А деревьев написали, да, заявление в ЖЭО. Соседка, вот, боку они не могут не подъехать, там, ага, газовая труба и все, вот, с торца. Ну, подрезали, молодцы. Они не могут подрезать с торца. Все, родину ругаем, а вот... Как-то... Нет, да я не ругаю. Ну вот мы ее ругаем. Просто... А я не ругаю. А здесь вот благодарим. Мы ее ругаем, утром ругаем, вечером благодарим. А я нет, я не ругаю. Она ну, говорила, ну, сказала, у меня нет. Вот как будет, сразу будет. Ну мы вот есть. Она сегодня с утра звонит. Ты дома, говорю, сейчас едет, иди. Все, спасибо ей, Ольга Анатольевна. Сломалась. Огромная говорю, вам благодарность. Говорит, успей, говорит. Я говорю, ну конечно пойду, раз я сегодня весь день дома. Хотя надо вон идти дома, дел полно. Вот ветки тоже они не нужны, вот эти старые. Вот, смотри, вот эта вот береза, вот, видишь, ага, как склонился, вон ветка уже висит, да? Ну ее... Срезать бы ее. Нет, нет, куда срезать, не трогайте вы ее.
Подтянуть ее надо. Ее подтянуть надо. Кто будет подтягивать? Ну, надо как-то подумать. Кто будет подтягивать? Подумать надо. А веревочка подтягивать. Такая вещь красивая. Да никогда она не будет. Вот смотри. Вот все. Дим, вот видишь, растет. Почему? Потому что вот это дерево вот и мешают. Корни не дают. Но ты же на даче не сажаешь дерево к дереву. Ну, так. Да, самый малый 3 метра. Березку беречь надо. Ну, вон я сказала, одну ветку спилить, говорю, и все. Вот эти вот, да, боковинки, да. Раз, два, три, а так она, да. Пусть она не вон мешает. Вон сейчас там выдрали вот сухую березу, выскочила. Я говорю, да я бы все выкинула. Цветочки посади. Ну, 1,5 литра выносить с первого этажа полить. Нет, не хотят. Ну, не хотят. Я говорю, надо проводить воду. Не надо, она, ну, на первом этаже, надо. 1,5 литра воды еще не хватит. Ну, опять-таки, не хватит. Я заливаю, сколько стою, по 2 часа. Вот, смотри, вот видишь, растет. Люди сажают первый этаж. Вот здесь первый этаж, она вот оградила, видишь, вот эти палочки, ага. Да? Вот, тоже посадила. И никто не говорит, дайте воды. Надо, дайте воды. Мы, да. Мы сразу себе, нам воду вывели, лежаки провели, да вывели нам воду. Лежаков. У вас большая. Бакинская, 34А. Вот завезли немного песка, там немного, идет покраска детской площадки. Здрасте. ЖЭО номер 3 красит, да? Вот. Покраску осуществляет ЖЭО номер 3. Ну, для отчета. Для вашего же. Утром на площадке, вечером в интернете. Заходите в Куйбышевский район, общественный контроль. Сегодня посмотрите на свою работу. Спасибо вам огромное.